Подготовка к новому отопительному сезону начинается чуть раньше, чем заканчивается прошлый. На каждом участке разрабатываются мероприятия и прописываются планы проведения работ. За подготовкой котельных установлен жесткий контроль. Еженедельно руководители участков докладывают о ходе работ. На момент окончания отопительного сезона был утвержден план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года. План мероприятий заключил в себе 243 таких пункта. На 4 августа у нас исполнение этих мероприятий в полном объеме выполнено 125 мероприятий, 96 мероприятий, по которым ведутся работы, и по 22 мероприятиям это еще не наступили сроки их исполнения. Процент исполнения на 4 августа составляет 76%. Большая работа проведена в котельной поселка Дорожный. Подготовка к отопительному сезону там завершена на 83%. Привели в порядок оборудование и Ленской котельной. Там отремонтировали водогрейный котел. Сейчас меняют старые участки теплотрасс на новые. Мероприятие проходит к отопительному сезону согласно всем графикам, без всяких задержек. Сейчас мы находимся уже на финальном этапе подготовки к отопительному сезону. Коллектив работает у нас стабильно. Работаем как один механизм в нашем предприятии. Работы ведутся согласно всем сегодняшним требованиям. Сомнений у нас нет в том, что те мероприятия, которые мы наметили на сегодняшний день, они будут выполнены своевременно, в полном объеме, и к началу отопительного сезона все мероприятия будут выполнены. Прошлый отопительный сезон в районе прошел без аварий. Коммунальщики уверяют, нынче перебоев с теплом в ленских домах также не будет. Вячеслав Пилипенко, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».